Сегодня в Москве дали старт второму сезону конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Принять участие в нем могут обучающиеся вузов. И проигравших здесь точно не будет, ведь каждый сможет реализовать даже самый смелый проект. В этом году дата его начала выбрана не случайно. Сегодня в России отмечают День студенчества. И на этот раз в правилах конкурса произошли серьезные изменения. Открываются возможности более широкого участия в проекте «Твой ход». В прошлом году это были только студенты бакалавриата. В этом году эта возможность открылась и для студентов магистратуры. Самое главное, эта возможность открылась для выпускных классов школы. Возможности выбора направлений безграничны. Кстати, их можно менять. Это еще одно изменение этого года. Ты можешь выбрать одно направление, а по дороге передумать, перейти в другое или работать в нескольких направлениях одновременно. Друг на друга в Инстаграм. Финал конкурса пройдет в ноябре. Победители получат по 1 000 000 рублей, а также смогут отправиться в путешествие мечты и принять участие в международных форумах, которые проходят в России.